21 июня около 8 вечера на улице Калийной 19-летний соликамец на своем мопеде выехал на встречку, где столкнулся с Ладой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда Вентарива был госпитализирован в городскую больницу номер 1 города Соликамска с закрытым переломом правого бедра. Лихих водителей двухколесного транспорта сотрудники госавтоинспекции призывают быть более внимательными и аккуратными на дороге.